Так еще апать надо. Алло. Макс. А. Наручи кидай. Зачем наручи? Мне посох нужен. Так ты посох че наручи? Ты мне скинул. А я что, не то линканул, блядь? Ты линканул мне, типа, что для наручи. Вот это надо, вот это надо, вот. Для посоха, там 121 силы заклинания. Принимай пати там, блядь, World Warlock. Сейчас я подвисну. Молодец, треплюха, молодец, сейчас посмотрим твой ДПС. Да. Можно мне а что там камни? Блять, это какая-то залупа нахуй. Так кто идет, Мидарк или Лорд Варлок? Выбирай сам. Мне просто душу нужно. Один осколок грез натал. Ты завтра можешь? Завтра не, нет. Я завтра буду. Кто не может завтра? Обмен, Макс. Мидарк. А Лорд Варлок завтра можешь? Не уверен, ну ладно. Пускай идет. Не-не, я могу уступить, ребят. Ну, если смотрите, не хватает слота. Смотрите сами. Не, мне-то здесь ничего не надо. Людям надо что-то, наверное, шмотку залатать да. Какую-то. Ну смотрите, я приор посижу. тоже приор, смотрите. Если у Мидарка там вон 34 приор, то у Дварлока 19. Вот ему на замене проще посидеть. А что, не наложилось, что ли? Наложилось. Это... А кто там сейчас что чарит? Мне грудак бы зачарить. И запах. Пошли, блядь, хуярить. Ну или сейчас к банку подойду в Долоране. А коньяк у тебя какой? Полидринк. Ага. А дикон с нами в пати? Я просто мешаю. Дикона с нами нету. Вон здесь. А, вот он сам. А, закиньте Трепёху или Ильяночку в третью пати, пожалуйста. Вместо какого-то из магов. Ассиста дал тебе. Благодарю. Угу. Ребер был везде. Зачем ему два лишних? Таба был. О, если бы не стакались, сука. Ой, извиняюсь. Если кому-то что надо, я в банк возле банка в Долоране. В Клайке? Или где? В Долоране. Поймите, пожалуйста, у кого-то очень сильно хранит. Кстати, там бафы какие-то, я хуй знает. Каску какую-нибудь, пристабаф, инту, нахуй. Нихуя нету, нахуй. Че вы все, АФК ушли, что ли? Не могу вкурить. Киньте этот. Сумон. Какой сумон? Мы мобов бьем. Надо бьете. А ты быстрее прилетишь. Что, с Долорана прилететь сложно или что? Ну, сейчас тогда прилечу. Нам еще комнату целую чистить. Еще раз обмен кидай. Все, благодарю. Все, больше ничего. Ну, нет, позже, если только. Мне надо будет запас зачарить, как апнер.
Ой, здесь сейчас. Ты бежишь на СПД, да? Да, на Западе. Да я уже улетел. Можно тоже. Я бы тебя сейчас зачарил бы. Да, да нет, просто не хочу тратить чарку реги, когда все равно апать буду. В смысле, так ну, ты когда запад и ТГшный апаешь, чарка и все остальное остается. Разве? В героическом да. Шифе, да. Ну, тогда потом я уже около целка. Давай, шкаф, где там люди в кам? Мы что, в 20, ну, в 15 тел будем чистить? Или я не вкуриваю? Что это, блядь, за хуйня? Треплёха, нахуй. Пора ебашить, алло. Он сказал, это идёт недолго. Можно с ума? Уже. В героических рейдах в целка и в ЗС, ОК. Ласки бы кашлял. Я в ахуе, блять. Просто АФК ушли нахуй и все. И делай что хочешь. Да, вон то смотрите. Мне в каком холле пале быть? В крите или с массой крови? С массой крови. Да получше скрыть бесполезные вещи в рейде. Я так понимаю. Кто-то из РДД души, да, тоже собирает? Слава. Чё? А ты ЕПшку давал за ТТГ, а то я вылетел в ПУ. Не, он ЕПшку давал, если ты в рейде был. Ты не левал же? Да, дал. Не, меня просто выкинуло. Дал. Треплёха, это пиздец, нахуй. Двой дебют, нахуй, а ты АФК, блядь. Все, в пизду, давайте отчет. Он еще не добежал, подожди. Подожди. Бежит, но ебаный в рот. Кто дверь бежит? Закроется? Все. Он АФК вообще. Он добежал уже. Да, вот он наш идут. Спасибо, Вадику. Лёши. Bone Storm cast. Саву справа разбить. Yeah.
Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Все по 200. Да, что-то оно как-то. Да, я даже попал его нажать. Да что ты сдох? Где третья аура у вас вообще, интересно? А, он вздыхал. Да, дешево. Пизда. Лаги, блин, данный. Сколок есть? Сейчас посмотрим. Нет, вроде. Нету. Шея надо кому-то? Еще там пердишь. Извиняюсь. Ебать. Я сейчас чуть не наложил кое-куда. Да, просто посмотри этот... в details. У кого распыл есть? А ты про что конкретно? Ну, напиши мне в лес. У кого распыл есть? Там перевербовка. Ну, кое сберите. О, Дарнован. Кто души собирает, скажите? Я. Yeah. Ну что? Нормально. У меня 300 осталось. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Вам делать нехуй в мире через РГД. Вы хэм-то собираетесь покрыть или нет? Бля, Макс, я сделал вносливость мастерку случайно. Квест на дурного не забудьте взять. Подошел такой бах. И все упали. Это маленький. Пацаны вообще ребята, нахуй.
Давайте массакру свою, что у вас там поводение прячет. Зыбку, всю хуйню. Кулипал, наверное, один хилит. Мордаун, Синтек, Зози, вы где? Мы просто вздыхаем, набегаем и опять вздыхаем. А нахуй вы вздыхаете, блядь? Да хуй его так получается. Должно так получаться. Массакру нажала, бабла нету. А нахуя тебе бабла, блядь? Канцлаура, знаешь, что такое? Я просто когда лагает, несколько раз тыкаю массакру, и если будет макрос, то она сразу снимается. Так надо снимать себя, блядь. Можно в макрос просто типа прописать, снять себе бабло потом. Тебе нужен эффект. Тебе нужен эффект не на 5 человек, а на рейд, нахуй, на 6 секунд. Минус 20% урона тебе нужно. А другой эффект ты себя снимаешь. Че, топа не вернется? Ну он сказал 10 минут. Не знаю. Я после этого босса иду на 20 минут. Если что, могу зайти, я уже поел. Так, давай, заходи. Минутку. Шкаф. Извините. Что-то мне лагает, блядь. Так, я слева троих, Вилаша справа четверых. Кевилаш, Тутилар, Гриппа с лестницы Моба до того, как он щит на себя успеет повешать. Окей. Дайте квест возьму. Отведешь там заодно этого Дурнована. Дурной Иван? Дурнован. Да. 5, 4, 3, 2, 1. Тартал, убери, блядь, Пэта с Дарнована. Тутилар, блядь, с Пэтом, да, этом. Вась-Вась. Сорян, блядь. Назначаю его там, блядь, на операцию, нахуй. На нормальную, блядь. На операцию. А то какая-то хуйня получается. Ёбаный бастон, блядь. Я хуй не слушаю. Каст? Чего? Ну убейте приверженца. Приверженца со щитом убейте. Пиздец, бля. У него хп немножко, нахуй. Мельки. Это пиздец, стоит. Нахуй. Я ебёшь, нахуй. С босса отойдите, убейте моба. Прием, нахуй. Мельки, блядь, убейте его уже. Алло, блядь. Спасибо, блядь. Переводит.
spirits. Кто больше духов хлопнет, дашь ИП больше? 100 духов хлопнешь, дам ИП. Тихо. Дерневан к нам бежит. Spirits. Ну чё на холи дринк-то, блин? Да, блядь, Макс. Ты почили, Вилаша, тебе надо скинуть стаки в ноль. Да, он то не убейте. Убейте его, ёбаный ворот. За долгонога. Спиритс. Как же меня устали с полдемагом. Ничего было забирать? Я парола выиграл его, сегодня не знаю. Ты знал, что так будет? Нет, вы слишком душный просто. Из-за 5 пикселей. Поджог я пол. Заебись, вода. Ну, я почти догнал тебя, Сержу. Чуть-чуть не хватило. Если есть борода. Почти догнал меня? Да. Я скажу тебе, да. А, осколок есть. А, даже обогнал стоять. Все нормально. Не, не обогнал, бро. Что там лутаете уже? Так, кольчуга нужна? Валент, а тебе подарок. Я понял, опять пустота. Танка. А чё, я так... Бля, вот я человеку сказал, 300 душ осталось. Ты его попросил стопить ему души, или ты просто сказал? Ой, блядь. Сюда доблесть нахуй. Нормально, вот вам там эти боешки выпали. Хоть что-то. А, стоять квест. Что там, сейчас багруха мне выпадет, смотри, блядь. О, да, как приятно. Смотри просто, блядь, гайд нахуй на багруху нахуй. Блин, багруха тот гей. Всё. Забрал. Не выпало нихуя. Это был гайд, как не ладно, стать... Ладно, после корабля я отхожу. Как не стать геем, это был бы такой гайд. Ты можешь на кораблях отойти. Ну или так. Не на кораблях, наверное. Бля, ну добейте, ёбаный. Муп взрывает пространство. Понял. А пояс кожаный дорого стоит? Боешник. Столько, не знаю. Там, кстати, сука, там ЗС, то, что падают боешники по ПСА, такая херня. Бля, не стоит меньше, чем целкашные. Ну, так параша есть. Ну, пояс, короче, кольчужный, на нем на 18 хосты больше, чем на целкашном боешном. И типа, целкашный стоит 4,5, а тот стоит 2000, ебать. Пускай аркус будет у тебя. Ты чё там, блядь, бать, хосты бать, нету, нихуя нету. Громким стал. Так, ну я на нашем корабле. Нихуя ты в танке. Не пустил. Не надо ничего менять, треплёха. Ты чё, блядь, какой не билунг ещё? Я, кстати, не видел твой ДПС. Где? Сколько он там на сурке? Камни одна? Поменяй, там... блядь. Камни надо, чарки надо. Чё, у него чарок, чарок одна даже? Одна только. Одна чарка. Ах, это запы. Чё, у него чарок нет? А чё у тебя на перчатках нихуя нету? В поясе почему нету пряжки извечной? В штанах почему нихуя нету?
Бля, Трепёха, ты совсем не понимаешь, нахуй, нихуя. Тебе противопоказано играть в эту игру. У тебя голда, блядь, есть? Ты фармишь ее как-то? Ну, у него есть карта, да, даже у него голда. Да это все, блядь, карта пиздец. Не поможет. Ну, типа, блядь, зачарить, шмотки засакить. Как идти в рейд, блядь, без этой хуйни всей? Да, Трепёха, я чувствую, там 30к будет у тебя на сутки. На... Пушки все заняли, да? Три только вижу. Че, вы пришли просто постоять, нахуй, или че, блядь? Там одна пушка еще. Дискорд. Ну так а хули она не занятая, блядь. Ну, 4. Все, уже все. Такие интересные. Ты заткни ебало, пожалуйста. Может, служу выведешь трэша. Не, Трепёха, я не знаю, здесь какое можно. Отношение у тебя, ты как будто либо специально так делаешь, ну чилишь нахуй, сидишь, либо ты реально не вдупляешь, полетели. Ну нахуя тут вообще ты находишься. Ну понимаешь, что без всей этой хуйни, ну вообще не берут в рейд без этой хуйни, ты грубо, ну, я не знаю, как тебе еще объяснить, ты сам вдупляешь вообще, блядь, что ты, ну. Там был бы это не гильдейский рейд, а пуга рейд, тебя уже кикнули. Пылесосили и кикнули. Просто, блядь, ты проясни для себя, ну это раз-два, нахуй. Ну, я тебя брать уже не хочу просто. Ты не чаришь, нихуя не делаешь, блядь. Неделю прошлую на РТ не был вообще, блядь. Да. Хотя я тебе говорю, целка пошли, блядь. Ты ИП не копил никак, нахуй. Чарок нихуя нет. Ну что ты шмотку выбил, в нее надо камень вставлять. Хотя бы ЛКшный бы вставил, чарок нету нихуя ни одной. Не на поясе, блядь. Притом 100 голды, блядь. Это 1-2 квеста, да. Ты сколько играешь вообще в WoW, нахуй? Ты вообще, блядь, месяц, наверное, играешь или сколько? Ты не понимаешь совсем, что это, ну, это надо все обязательно. Второй год, ясно. Второй год. Я бы удалил уже игру, блядь. Это пиздец, нахуй. Ты должен себе понять, что каждая шмотка должна быть зачарена, блядь. Если у тебя на БКшную нету денег, это хуй с ним. А ЛКшные все это могут, вон люди, реги, блядь, сыпятся, блядь. Реги есть, все есть. А УД ЛКшный камни делает. У тебя нихуя нету, ни чарок, ни хуй. БКшные чарки, он, блядь, реги взял, написал гильдей, тебе все сделай. Короче, исправляй эту хуйню. Потому что это хуйня. Нормально сказал, да? Вот она истина, блядь. Идеально. Пацан, на свиток записать надо. Исправляй эту хуйню. Потому что это хуйня, нахуй. Я не знаю, Трепёха. Это пиздец. Если не знаешь, у кого профа, берешь, отрываешь вкладку гильдии. Вверху профессии и смотришь. Да просто банально гайды других игроков можно прочекать. Я бы уже прочекал, блядь. Ну тут же не в гайдах все максимум. Ну что там, скоро нет. Сокеты ставить. Я бы уже... Плохо работает. Мне кажется, там с ротацией та же самая. Я бы уже тот свет прочекивал, блядь. Да, тот свет уже почекать можно. Пиздец, сейчас задушит и Треплёху. Ну я не знаю, я просто... Видишь, у него голоса нету, я не знаю, как он реагирует на эту хуйню. А это, оказывается, Ман. Наташа там сидит. Ну, не знаю, не знаю. А вдруг там мужик 40-летний вообще сидит, нахуй? Или 50-летний, нахуй? Как ты? Да, сегодня был... Ну, тогда мы деда хуярим, получается. Ну, деда. Прикинь, там в натуре какой-нибудь 60-летний. Не, мы тогда в натуре. Иван Иванович, блядь, нормально, блядь. Справимся, блядь, мы тебя протащим, блядь. Я молодой, блядь. Я понял, да, что ты молодой. Мы вас дотащим до конца. На войне затащили, и тут затащим. Ой, в глазах потемнело. Ёбаные лаги, блядь. Что там? Добивают, да, почти? Ну, да. Я сегодня школьник на Тинкере затащил катку, так что я, ну, сами понимаете. На Тинкере школьник? Ну, это классика. Да, блядь. Он взял пятерку Тинкера и в итоге всех пятерку? Разъебал. А, ну, кстати, да, это сильно. И чуть ли не это... Пиздец, походу, и на сурка остаюсь, а чё так быстро? И чуть ли пагу даже не сделал под фонтаном, там ему это... Да, побей сурка ещё. Хули. Ну, если а тут, рейтинг блядь. Маленький, то там, да, изи, в принципе. В пабе было. А, в пабе прям вообще, типа? Не, ну, пап, давай прям, сразу запускай пап, только, прям. Мне пиздец скоро идти. Нормально. Сейчас запущу. Опа! Я понял. Скрин. Есть осколок.
Топовый лут, блядь. О, давай, все три на раз. Можно мне две секиры? Нихуя, ёбаный в рот. Что это, блядь? Да, давай, я все распылю, нахуй. Не, я соберу Бладдека. Азина, нахуй. Кто будет? Три топора, спасибо мне, пора, блядь. Кто будет эту хуйню носить? ДК, простые. ДК, нормально. Тутилар, ёбаный. Нет, 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 это комбо-троги только. Просто ДК, спину, нахуй. Все три топора закинул. ДК надо не закинул. Ебать. Я понял, блядь, чисто три топора. Азина. Сука, ебануться нахуй. Не, ну выглядят они нормально, бодро. Бодро, конечно. Ну да, на трансе так-то заебал. Ровные топоры, я бы сказал. Натуре, блядь. Без зазубринок, нахуй. Поставь эту рыбу. Запускаем рыбу? 20 минут, секунд. Дал рыбу, ебать. Рыба. Мы также 4 хил... 5 хилов, да, прыгаем? Блять, ну так-то нахуй 5 хилов, блять. Ну вы же, блядь... Ну если успеете спекнуться, спекайте. Да уже не успеем, уже 10 секунд у нас осталось. Хули чилим, нахуй, смотрим, как 5 хилов ДПС бы. Зато мы узнаем, какой ДПС у Райда. Латури. Во имя короля бича. Я это видел видос, как Артас искрешал своего коня. Хорошо, дозвол. ДПС потом скиньте, чтобы ДТЛ забагался. Я подвис. Чё за хуйня? Я прыгаю, ничего не происходит. Триста 70 нахуй, 5 хилов. Я не знаю, что за лаги ебаные. Пиздец. Двадцатька есть, в Геру можно идти. Почти на маге. Почти 20к тоже есть. Такую с гиды еще есть, блин. Опа. О, воля. Триплюха 11к, нахуй. А раньше сколько у него было? 7 или 8. 10? Вроде 9 было с половиной. Ну, от 7... От 7-8 отличается так-то. Ебать, жесткий пацан просто, пиздец. Понял, блядь. Так, защитники, блядь. Не-не-не, мне не надо, у меня и так полный банк. Валиан, блядь, твой выход. Две штуки, блядь, сходу. Воля. На ретрика можешь взять.
Да, я потащу. Заходите. Мордаун сотками, ты угораешь? Он там рога. Я отхожу. Мордаун, ты решил с волей побегать. А свои 17 дал. Киньте во флудилку. Не, это 20-ку дал Седжи. Это синтак было, не Седжи. Седжи 20-100. Блять, у нас в гере такого ДПСа нету. 16-600 ты дал синтак. Я говорю, ДПС скиньте, блять. Я ж скинул. Непонятно вообще, то у вас, то ли у вас он... Так, ну, говорят в этот скинуть, блядь, в Дискорд. Дискорд скинь. Они сюда. Говорят скинуть, чтобы это сохранить. Пиздец. Вон там, честно, просто посмотреть в будущем можно было. И похвастаться циферками. А что, кто-то зеридал кивнул или что? Бля, не хватает скорости на чешку, короче. Какой там кап хосты у Тов? Там надо, чтоб приятно себя чувствовать в районе косарика, косарика чем-то. Ну у меня, короче, 800 хосты, 50 крита, 88, 50... Ну я тоже 800 сейчас играю. Вот. 4000 СПД. Хочу сейчас попробовать посагититься, это СПД хост. Полироллин. Ну, без тотема и лука сейчас 4922. Ну, у меня, короче, 4000 вот без вот этих багов. Я запах еще одеть эти как его, с ТТГ 25 с чарками СПД. Да. Они не падают, сволочь. А, ебать, у меня вместе... Я хз, у меня кое-то еще почему-то 55% падает. Ну, это как-то баг, наверное. Ну, и это... Надо меткости добить. Чуть-чуть меткости не хватает, сука. Иногда не служит. У меня не хватает 60 сотых меткости, но я ни разу не замкнулся. Потому что ты с ШП. Так он сова, ему пофиг на ШП. Вставай. У меня типа 10% не надо даже? 11. 11? Какие 11? У совы 7 в талантах есть. А, 10, да. 10 ему хватит. 10, 10. Ну вот, 10 у меня. У меня как бы 9,42. Мне ни разу не помахнуться забыл. 9,84, но я вчера на роботе два раза за ушкой промазал. Прям, сука, ощутил этот момент. Ну, такое. Иногда проскакивает 1-2 3. Очень сам. Неприятно, когда промахиваешь. Ну, благословение очень... всего 2 секунды висит. Если ты после по 1,5 секунды каста еще мажешь, оно еще и слететь может. Да, ну, там вообще почему. Так Эндор что добить точно надо. Я хотел отнести кисти. Это 4-3, тогда было бы идеально на кап, но что-то я сейчас передумал на другое мечу. Покажал тратить не все редкие, так что можно забить болт гем, просто вбить и все. И так играю я через вот один гем, два вторые не хочу. Хотя можно в плащ, если я прыгал, ставить оранжевую. Он сейчас же придет. Ну да, он придет. Может, в принципе, в плащ дома он будет ставить СПД меткость. Нет, пофиг.
Сзади ловушка трэш. О, блядь, там на два номера. Что там, блядь, где? Где-то в пачке. Нашел. Нашел. Чумное зомби. Руб зомби. Ой, ой, ой. Дайте кто-то гнев тебе снять. А чё, завтра РТ будет? Не, нахуй, ты чё, выходной, нахуй. Ну, ты просто сказал, что ты работаешь, но я уточняю. Ну, вон оно стоит в календаре. ТТГ, ГМХМ. Ну ладно, может на целка ещё успеем? Ну, это будет вообще сказка, нахуй. Я вот на майке тогда пойду. А кто это такой? Я фрик, Ник. Ну, фрик. Да, и зелень пособираю. А кто это? А, это Кэрти, наверное. Ну, и фрик. Там моба. Ловушка. Нет, мобы. А их три, что ли? Вот три ловушки. Войд, Войд. Чё? У меня вот вопрос, ты можешь сейчас посмотреть в комплектах 2Т5, вот которые в крови? Это нормально или 4Т4 лучше на ДК? Не знаю, куда смотреть. Короче, вот этот книжечка, и там комплекты будут. Там можно выбрать ДК и посмотреть. Я сейчас и танкую, не умею выбирать. Во время танкования ничего. Так. Ну что, дали бы Геру. Три споры под боссом. Споры где? Вы чё, блять? Понимаю. Что тебе спор? Хотя бы ринг есть. Кто захотел, тот полутал. Причем нормально мы придумали. Ну хорошо.
Треплёхи вообще поебать, нахуй. Два года в Вов, ебать. Я, у меня уже язык не держится, я не могу уже, ну... Ай, ебать. Я просто не знаю, нахуй, это все, это отвал башки, блядь. Треплёха, что скажешь? Ничего не успел прожать. Похуй, да, скажешь? Ну... Пиздец, я не знаю, нахуй, ну... Почему так, нахуй? Так я не знаю, у меня нету слов, нахуй. У тебя есть? Хули ты сдох, нахуй, ты мне объясни. Так как трипер у рейда с конца капает и все. У, бля, а кто на первом? Гламурчик, Оскола. Как дела? Угу. Пиздец, нахуй. Ёбаный в рот. Тело гнилого. Что это за кольцо такое хреновое? Это ИВС. Бисовое, считается. Бисовое? Да. Ну, думаю, что не для ДК. Ну, наверное. Кровь надо кому-то? Сказали бы уже. Короткий зайдет? Короткий. Никто там. Видимо, он вылетел. Вроде на боссе. Забрал. А что у нас минус один, что ли? Сервер ну, сейчас вроде... придет. А. Он на 20 минут уходит обычно в 6 где-то часов. В 6 копеек. То в природу. График. Ах, из этого у него какая-то херня. Зов природы. Ну. На полчаса. Бля, повысить на Луну. На Луну повысить, чё? Луна бывает и днем, кстати. Знаешь такое? Да. Ну вот. Может, именно в 6 вечера она уже появляется где-то. Потом Гарбат идет на рот. У нас там голодный в рейде. Без посоха же дается кровь вообще? Нет. Нет? Нет. Нет. Ты ее не видишь просто. А не видишь, значит нет. Значит, крови нет. Как и с коронавирусом в Беларуси. Ну, ебать, отошел нахуй. Ой. А ты понял? Это типа какая-то шутка, да, такая смешная, ну ладно. Ну, это локальная. Типа локалочка. Ну, я понял, да, я тоже, скажем, это понимаю. Не спельте это, пожалуйста, я умоляю вас, ребята. Мне кажется, похуй вообще. Вообще квадро похуй, кристально. Да там очищение стоит, блядь. Не просто квадро, а, блядь, там хуже, нахуй. Там, пента, блядь, пента, хуента, раз. Там пиздец, нахуй. Декса. Вселенский. На, нахуй, смордаун-то сдиспелил, блядь. Я тебя понял, хорошо. Если должен челик стоит. На, нахуй, с миндарком. Хорош, блядь, хорош, нахуй. Что-то слизень убил большой, да? Нихуя. Ярик. А, это не, это... Это этот. Ты за большого заберешь? Да, там КД просто. Идется с маленьким сводить. Это хуёво, наверное, да? Ну да ладно. Отличные новости, ебаный в рот. Вы слышали, как он говорит? Ну, он вообще мемный парень. Я на скиллухи закинул. Ну, ебаный в рот-то явно добавил. А, там народ просто не расслышал. Надо предложить Сирусам, чтобы они новую звучку запихали. Она, кстати, раньше чтобы Войт озвучил. Не, представь, лич голосом Елены Степаненко. Чисто начинает анекдот вот эти травить свои. Лучше Петросяновским. Степаненко мне не нравится, она такая визглявая, блядь. Да уж Маменко. А воробей, ну это же вообще разъёб. Джек, капитан, Джек Маменко лучше. Маменко лучше всех. Не-не-не, лучше. Елена Воробей. Не знаю. Воробей кто-то. Не очень, Маменко лучше. Все, Маменко топ. Не знаю, кто такая Маменко. Игорь Маменко, не знаешь? Ну, а те же самые скетчи. Я говорю, кто такая, блядь? Говорит, Игорь. Многие-то про тещу-то, ты что, не слышал? Ну, такой, как... Он такой, это... Лысый, толстый такой. А, не-не-не, такого не знаю.
Что, знаешь, по тёще, типа, вот у меня тёща там, её лечили током, там всё такое, бла-бла. Не помню, блядь. Где были все эти проки на сурке? 22к. Объект. Доберу на хапала. Не, второй. Надо чешку, чешку надо. Да мне не надо, бля, и так заебись. 105, ну ладно, ебать, заберу за 50. В рей, нахуй, ты, по-моему, уже забирал объект. Да-да, есть она. У тебя вон он объект, куда ты жмешь, нахуй? Второй хочу. Ебать, просто пацан, блядь. А их нельзя второй, два носить вроде. Я в коллекцию. Геровскую, обычную геровскую, все. И треплёха, смотри, вот если бы... Вообще геровскую нельзя. Прикинь, если бы с годыща не было, треплёха бы утонул, нахуй. Представляете, блядь, это пиздец. А ему зачем, у него чешка, карта, ему зачем-то? Я тоже не понимаю. Типа, может, он нам ему расскажет вместо карты? По-моему, была, да. Насколько помню, у него, да, была. У него есть карта. У него, по-моему, объект есть. Нет, у него чешка и карта. Типа, ему смысл брать. А в банке, наверное, лежит еще и объект. Ну да, геровский. И ВХ. Вот у меня был ВХ, пацаны. Соки-то с черками. У него, наверное, 1300 хосты, вот, треплёхи. То вряд ли. Там поменьше, меньше. Нет, там меньше. Тысяча у него там хосты. У меня с ним меньше. Даже сейчас было геросплод, да? Две тринги на хосту, это же дерьмо. А я зато двадцатку дал. Ну-ну. Синтек, блин, ебанись. Ты что там делаешь? Блин, прикинь, что делает Синтек в это время. А Корейл. Что делает? Ну, крутится, видишь, как крутится. Я его плющит там. Чувствительность, блядь, на максимум. И пошел, поехал. Хули, Синтек, стальная печень. Я просто музыку слушаю.